Вы сейчас вверх стреляете. Сузала. Погода во Владивостоке заканчивается. Туман. Туман. Здесь детишки рисуют. Там на танчиках ездят. Что-то расписывают. Здесь что? Здесь какие-то мастер-классы проходят, что-то плетут. Подводный робот. Что-то, короче, этот робот может поднять предмет с глубины. Ну, робот, наверное. Подводный или что. Там у него клешня, у этого робота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Пока он что-то плавает просто. В общем, робот потерялся, не может найти какую-то штуку под водой. А там что? А, танцы, танцы, танцы. Танцы, танцы, танцы. Пойдем танцы смотреть. Ну что, я думаю, что мы готовы станцевать под музыку. Итак, под ветро, пожалуйста. Погромче. Можно еще раз с самого начала и сразу погромче? Готовы. И вперед. Еще погромче. Арочки, да. Соло правой дамы. Вперед. Соло левой дамы. Молина правыми руками. Левыми. Поклоны правой даме. Левой. Уходим в новую тройку. Готовы сначала. И раз. Соло правой дамы. Испанский вальс.
Итак, у нас станет начинаться с променада, после чего мы закрываем дорогу. Итак, я попрошу музыку. Променад, пожалуйста. Готовы? Итак, у нас с вами летучая мышь. Пожалуйста, музыку. Мадам, месье, Катрин, летучая мышь.
сердце вряд ли обрадует вечный покой для семи пирамид. Дмитрий Горовой! Друзья, обратите внимание, какая прекрасная сегодня погода. Несмотря на легкий морской бриз, если оглядеться по сторонам, увидеть обилие зелени, можно представить, что мы с вами находимся не просто на центральной площади города, а в самом что ни на есть настоящем городском саду. В городском саду. Для вас.